Эй, ребята, с вами Игорь Косплей, я продолжаю сегодня играть в игру Nintendo Woods. У нас странный ураган, если как вы видите. Серьезно, такой ураган, кстати, у нас начался. Прям, ух ты, пипец какой-то, как-то резко начался у меня. А сразу два. Блин, такой странный пипец. Блин, так как балерина, блин, наверное, из-за этого ветра. Это мое подсознание, оно говорит, что я пипет насрала, поэтому оно решило поднасрать меня. Нафига оно это фигня, вот это выключение. Да, перед ним как прыгать, нихрена себе, это что такое? Бринкс. Офигеть, я провалился. Ну вот, я ни одного призрака не активировала, а зато много прилетело. А вот я везу наверху. Ес, погнали дальше. Не поняла, я на поезде что ли? Что за чух. Будто я реально стою на поезде. Я реально стою на поезде. Круто. А, да, вон вертится вокруг звезд. Это не какой-то ураганец, это я на поезде еду. Господи, а я-то подумал, что ураганец вертится. А это я просто еду на поезде, на котором растет дрова и все остальное. Господи, это так странно. Как я долго прыгаю по этим вагонам? Не-не-не-не-не-не. Ага. И хотя, если я думаю туда прыгну, мне не будет хорошо от этого. Все, теперь идем дальше. Других. Нам осталось всего 3 призрака активировать. И возвращаемся обратно на базу. Нифига я прыгнула. На поезде растет все до основания этой деревни. Даже немножко зубка. Ух ты, как я прыгнула высоко. Зато теперь на поезде была допрыгнула. Только что я не могу пустить высо из-за пары, которые пускать. Так, тут я буду, видимо, прыгать только по домам. Чтобы туда наверх запрыгнуть, не только по домам на тебя внутрь прыгать. Как это сделать, я не представляю просто. Видимо, тут уже надо бегать туда и сюда. Да за два, видимо, два все там. Ну еще один будет здесь наверняка. Хай, мимо. Ни хрена себе, я прыгнул выше столба. Даже выше, даже еще. Ни хрена себе. Какой-то странный пояс, на котором я, блин, я иду. На нем даже дома растут. Или это мусор реально ураганисит. Ну вон, я сразу звук поезда, значит это, блин, не какой-нибудь там странный ураган, это реально поезд. Блин, из этого летаю в облаках. Уи, есть. А вот и нос поезда. Что-то мне тут не нравится. А нет, то все как обычно. Да ничего по старому. Что будет, если я спрыгну? А не разрезают. Здесь нету призрака. Ё-макарёк, ведь наверное это все вверху находится. Высоко. Я взлетаю. Ну, думаю, я на забор приземлюсь. Я ни хрена не приземлилась на забор. Уи.
Да я визу, отстаньте в усы от меня. Да и пойдем вот по этой деревяшке, потом можно и вверх пойти. Тут я вижу даже фонари не включены. Мне тут не нравится, но давайте попробуем, ребята. И ё-моё, да я на донал забыл запрыгнуть, да вы охренели в конец. Как за это сделают-то, блин? Я видел, что вам надо на доме, не надо мне показывать пальцы. Какая прекрасная мелодия скрипки. Да попробуем еще выса. Может тут рядом интересненько есть. И так мы смогу запрыгнуть на какое-нибудь место. Но мне не нравится, что я так должна запрыгнуть на дома. Блин, я не запрыгну. Здрасте, вот это да. Трик какая-то. Ни хрена себе я высоко. Там кто-то находится. Кто-то курит. Гаси, я все набирают обороны. Да, я включу свет и посмотрю хоть на тебя. Отлично. Теперь погнали вверх. Мне эти призраки реально пугают. Солнышко с градом все сложнее и сложнее становится. Где я приземлюсь? Нее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 
Да я видел ему за это, меня один не активировал. Хотя он гораздо меньше теперь видит. Блин, я приготовиться не буду, надо как-то другое решение придумать, блин, я не допрыгну. Я просто послал сразу к этому хрену, надо было к нему вообще не идти. Хотя там много вариантов. Ох, хорошо, что не запрыгнул. Мы допрыгаем, да я высоко. А в 2 или 3 раза выше себе. Здесь я прыгнул за чуть-чуть на носе поезда, так что тут не имеет никакого значения прыгать, да?
Не, давай, опускайте вниз. Блин, нельзя, кстати. Да-да-да, я знаю, что там находится. Я для этого и хочу туда опуститься. Не-н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 е, ну я запрыгнул за трубу, камон. Есть! Я нашла тебя, глупый, блин, гармонсик. Дерьмо, катал гораздо приятнее. Теперь бы тебя попрал. Ты в курсе, как сложно это было? Ну, не очень, кстати. Блин, вы мне все равно показываете, что кто-то там есть. Вы надоели уже. Это я там уже все активировал, но в той стороне точно все. А там прыгать точно не надо. Ты пробуй пойти на другую сторону. Я за место потерял, где я нахожусь. Тут я посмотрела, сверху я тоже активировала. Сейчас пойдем сюда. Вперед. А здесь только магазин. Блин, если нужно прыгать, то я не прыгну. Фью, я за хвостой сюда хоть запрыгнула. Нет, почему я не могу запрыгнуть на фонарный стол? Камон. Не-не-не-не-не-не, ты давай не спрыгивай мне, я как сложно на тебя добраться. Есть. О, господи. Есть, повезло, кстати. Без нее это можно было добиться только двойного просто. Вовремя! Это сделала. Прикиньте, меня поздно. А, эти будем уже на следующий уровень. Я думаю, нужно сюда допрыгнуть нам. Ну все, мне поезд дал теперь на мотку, теперь прыгаем, да прыгаем сюда. Не прыгай, не падай, не падай, не падай, не падай, нет! Да камон! Мэйдэй, ты чё? Ты знаешь, как я сложно сюда забралась, а? Ты киса противная. Даже не знаю. О, нам еще одна осталась. Вон, не вижу. Я знаю намек, я визу, я не тупая. Я уже и без вас разобралась, все.
Успею. Yes. Блядь, теперь сложно. Оба-на. Давай. Yes. Фью. Думаю, ты последний призрак. Дима, напрыгай на балконе тут. Прыгайте, сказал. Да, двойной продукт работает, а когда надо, он не работает, так что двойной продукт бесполезен. Оля-ля. Меня зарает аллигатор. Не знаю, намек леди на би, но я думаю, что-то там не так. Я думаю, мы должны косочки в этом разобраться сегодня. Но не сегодня, а в следующем видео. Ребята, всем пока, с вами был Агрин Косплей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите бодрые комментарии. Обязательно пишите бодрые комментарии, чтобы мне было не страстно или просто не скучно играть в эту игру. Но игра явно не скучная и заслуживает похвалы от разработчиков. Тут реально очень много чего можно заняться, много открыть неведомых тайн, хотя, думаю, все тайны, которые были давным-давно, раскрылись, ребята. Пока, косочки.